эти ногти, как у гиены, блядь, ебать. Пиздец. А ты видел ногти гиены? Видел, конечно, в зоопарке ходит, цок-цок-цок-цок, блядь. Здорово, Витор Эмбон. Болгаркой подпиливать. Здорово, Юрий Грачёза. Здорово. Это товарищ из мексиканского картеля. Ага, чуть-чуть тебя балду. Слушай, Юрик, я слышал, ты работаешь в этом сейчас. Да, да. В компании дезинфектором. Дезинфектором, да. Ты да. Враг теперь всех крыс, блох, всех крыс, мышей. Блок, всех, вообще, пиздец, киллер. Прочей всякой хуеты. Киллер, блин. Тут случай был вот недавно. Хожу, травлю крыс по микрорайону, представляешь? Да ладно. Да, да, да. А как это дело происходит? Как? Ну, заходишь в мусоропровод, кинул отраву и пошел дальше. Смотрю, за мной ходит какой-то и думаю, голубой что ли, блин, что он ходит, ходит, идет, идет. Я поворачиваюсь, он раз тоже оборачивает, типа без палева такой. Ну, думаю, фраер козырной, ну, хуй с тобой, ходи, ходи, блин. Раз, ну, а там расписываешься, да, там, жильцы расписывают тебе, дворники, ну, то, что ты отравил дом. И тут расписываюсь. Сзади крик, захват, как меня в бараний рог скрутили, блин, падлы, корку не показали. Думаю, что случилось, похищение. Ты охуел там, ты испугался, да? Нет, наверное. Ну, вот на я просто, у меня прям колокусатель, прям там, хоть проволоку ставь мне. А ты не сопротивляться стал нихуя, да? Начал, конечно, сопротивляться. Я же думал, похищение людей какой-то среди бела дня. И че? И матом, что, ничего, пока один корку уже третий подошел, показал. А ты орать там, выступать начал, ну, конечно, вырываться. А как же, а ничего себе, а ты что делал? Да, конечно, не стал бы машину садиться нахуй надо. Ну, привезли, узнали, что я... дезинфектор. А оказалось, они подумали, что я закладки подкладываю, наркотики. Представляешь, дураки, блядь. Только в Орле такое может быть. Оказывается, не только, блин, мы дураки-то, блядь. Менты-то тоже люди неумные. Может, они сами наркоманы какие, блядь. Приглючивай их чего, блядь. Думаешь, что ты, блядь, закладчик. Да, 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 да. Понос, я знать не знаю, что это такое. Потом, блядь, скажут, нахуй ты это, блох тут из коробочек распускаешь, блядь, еще что-нибудь. Теракты, блин. Теракты, блядь, закладываешь, травишь. Да, вот а, такая кто, вот... а с чего они вообще взяли? Откуда? А, бабка какая-то, тварь, блин. Ну, как они мне потом рассказали. Бабка какая-то в окно увидела. Ну, я как телефон держу вот так вот. Ну, по навигатору дома ищу, ну, какие мне надо там по списку. Ага. Она подумала, что я что-то там фотографирую, зачем-то хожу в мусоропроводы. Блядь, ты вот представляешь, как людям головы задурили уже этой хуйней, блядь. Да вообще пиздец. А эти бабки, они, наверное, еще при Сталине, наверное, стучали, блядь. Вот у них привычка и осталась. Ебануться. Расскажи, где торгуют смертью. Да, да. Блять, в итоге, нахуй, ты чуть инсульт, блядь, не получил, блядь. Ну, бля, Кондрашка хватило, блин. Обнял, блядь, Кондратья меня. Я прям пошел потом сразу полбутылки водки залпом проглотил, блядь. Значит, у тебя работа такая опасная, блядь. Ну, как? Она у всех. А Рэмбо возьмешь к себе? Ну, блин. Пойдет. Вместе можно. Будете да, закладки да. искать. Закладки, блядь. Завтра наговоришь, на блох идешь, да? А куда? Хуй узнай, куда отправят ее. А как блох травят? Как? С трубой какой-то. Да, 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 с такого, с пулемета, блядь. Прям пиздец, ранцем, да, там, как это. Ну, да, бачок. Охотники за привидениями. Да, охотники за привидениями. Да, 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 в противогазе, все как надо. Ну, на тебе мороженку. Ой, спасибо. Хочешь, нет? Бля, деревянная мороженое.